26 января в рамках 25-х международных рождественских образовательных чтений в отделе внешних церковных связей Московского патриархата состоялся круглый стол «Социальное служение религиозных общин. Межконфессиональный обмен опытом». В нем приняли участие около 40 священнослужителей и мирян из разных епархий Русской Православной Церкви, представители католических, протестантских и иудейских религиозных общин и церковно-общественных организаций из России, Италии и Белоруссии. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия религиозных общин в области социального служения. И, конечно же, у нас есть с разными христианскими конфессиями расхождение богословское, разные есть вопросы, которые мы видим по-разному, но в основном христианское служение – дело не милосердия, оказание любви ближним, здесь мы согласны. Есть нюансы порой, но тем не менее, в общих чертах, конечно же, христиане, они едины в своем милосердном служении ближнему, в оказании помощи человеку больному, страждущему, нуждающемуся, требующему любви. Вот эту любовь мы можем явить. Социальное служение – это хорошая возможность и хорошая площадка для того, чтобы как раз убрать все острые углы, какие-то острые вопросы и межконфессиональных взаимоотношений, а вот как раз на платформе социального служения выстроить эти взаимоотношения, где нету каких-то доктринальных вопросов, а где есть одна лишь цель – помогать ближнему, служить ближнему. И вот такие вот круглые столы, они помогают нам как раз понять эту суть социального служения в обществе. На встрече были проведены итоги участия религиозных организаций в 5-й международной конференции по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. Представители Каритас и Евангелической Лютеранской Церкви России поделились опытом работы с престарелыми людьми и женщинами, находящимися в кризисной ситуации. Представители женской еврейской организации Кешер рассказали о своей работе по профилактике семейных кризисов. Я хочу сказать, что очень здорово, что сегодня у нас проходят такие встречи, межконфессиональные встречи, где мы общаемся, различные конфессии христианские предоставлены, мы свободно, в свободной форме, за круглым столом обсуждаем и поднимаем многие вопросы, актуальные вопросы сегодня, которые требуют безусловного решения, имеем возможность обменяться теми положительными достижениями, которые кто-то достиг в разных конфессиях, делимся этим открыто, не боясь, поэтому очень рад быть здесь, участвовать и просто общаться. Библия говорит, что вера без дел мертва, и вот эта социальная работа, она как раз-таки и есть проявлением той веры христиан. И когда мы все вместе, течение разных деноминаций, мы можем говорить об этом. И причем сегодня поднимались очень важные вопросы об абортах, о ВИЧ-инфицированных, о тех проблемах, которые общество сегодня говорит много, и где-то не находятся инструменты. Радует то, что религиозные организации смогли найти вот этот инструмент и решение этих вопросов. Я считаю, что сегодня мы очень внимательно слушали друг друга, много интересного и важного узнали не только о работе друг друга, но и о том, как мы относимся к этим проблемам, как люди верующие. Это помогает нам лучше понять друг друга и лучше взаимодействовать, находить общий язык и совместно вести такое очень важное служение. Информационное бюро «Спектр», Москва.